Вынесение предложений по экологии на законодательный уровень обсудят в ближайшее время в Совете Федерации. В парламенте пройдет круглый стол. Его инициатором стал сенатор Олег Цепкин. Об этом он рассказал на встрече с журналистами. То, как мы сейчас посчитали фактически выбросы и влияние на каждую точку города Челябинска от наших промышленных предприятий, мы видим, что некоторым из них нужно там, раз в пять уменьшить фактические выбросы. Вот каждый год отсечка, там, грубо говоря, там, условно 1 января каждого года, все, снижение вот настолько, и так там, через 5 лет мы придем к какой-то желанной цифре, которая в пределах там, норматива. Приводит сенатор в пример и те предприятия, которые уже снизили объемы выбросов за счет новых установок. Так, Магнитогорский металлургический комбинат потратит на экологические программы 5,5 миллиардов рублей.